сфоткала? Да. Еще фоткай, Мария. Когда я буду вдыхать в себя. Хорошо. Только смотри, чтобы как наркоман не получилось, а то у меня глаза такие короткие. Смотри, вот так. Короткие глаза. Узкие. Вот так, смотри. Что? А стакан попадает? Сок да. Дорогой, знаешь, какой 150 рублей, блин. Давай, чтобы стакан попал. А мне ноздри впихиваются или не впихиваются? Я его бросила за эти приколы. Да, я могу съесть 3 сосиски в тесте. Все сосиски. А он покупает все сосиски в столовой, приносит, кладет на парту со своими друзьями и говорит: это Лискина еда на 5 минут. Ха-ха-ха. Я уже давно не ем сосиски в тесте. Я уже ем пиццу с колбасой. Ну, такие мини-пиццы. Я, конечно же, с ним сразу после этого рассталась. Написала: делай, что хочешь. Через 3 недели он мне говорит: геометрию сядешь со мной? Писать хочет экзамен. Я говорю: вот фиг тебе. Я тебя знать даже не хочу. И даже не здороваюсь с ним теперь. Вот надо швырять таких. Я вот что поняла, это нужно швырять таких и кидать. Это вот мои закончились страдания. На меня 9-классник смотрит. Не хочешь? Что мне теперь тебе написать тут? Отвали или нет? Ты дебил? Анжел, вчера с таким парнем познакомилась. Серега зовут. Ох ты ж, Мара. Что? Я говорю, а ширму закрой, все видно. Эй, это все дико, например. Эй, мы курим дико, например. Слушай, я тут пиццу заказываю. Как ты думаешь, 30 сантиметров брать или 40? Ну, 40 больновато будет. Давай 30. Юрий будет дуть, Юрий. Слушай, может быть, Дудя посмотрим? Давай. Кому тут дуть? Эй, это все дико, например. Эй. Я решил посмотреть тренды Ютуба перед сном. Ввел пароль на компьютере, открыл браузер, тренды, Оксимирон и Дизастер. Я не знал, кто это такие, потому поставил Оксимирону лайк, Дизастеру дизлайк. Выключил свет, лег спать. Через некоторое время желудок сказал, что ему нужно поесть. И я с ним согласился. Я открыл холодильник, увидел там еду и вспомнил, что мне завтра на тренировку. И тренер запретил есть на ночь. Я убедил себя, что чуть-чуть можно. Закрыл холодильник, взял тарелку пиццешки, еще, печенье, еще немного, пончики и съел пару штук. И даже оставил немного на утро. Лег спать, но вдруг я подумал, а что если завтра кто-то спросит, смотрел ли я Оксимирона и Дизастера, и мне нечего будет ответить. Я решил посмотреть. Взял, нажал, видео началось. Мне стало интересно. Так я и подсел на батл рэп. Классно. Я в душ. Давай. Нормально. Я в душ. Давай. Вот сегодня отлично. Я в душе. Давай. А вам тут не тесновато? Нет. Студенты. Конфетки. Иди в жопу. Я с вами никогда так не разговариваю, Никита. Извини. Все нормально. Спасибо, что простила. На здоровье.
Не за что. Нет, это вам спасибо. Слишком много вежливости. Мне очень жаль. Мне тоже, дура. Я того же мнения. Да заткнись ты! Слушай, заварганчи ничего не пожрать. Да пожалуйста. О, спасибо. Быстро ты. Мышку мне почини. People always eat junk. Саша went the fuck and drunk. People always eat junk. Саша went the fuck and drunk. People always eat junk. Саша went the fuck and drunk. People always eat junk. Саша went the fuck and drunk. People always eat. А ты будешь смотреть матч? Какой? Ну как какой? Барселона с Ювентусом. С кем? Ты куда? Да мне завтра рано вставать, я спать пойду, не буду смотреть. Давай, забивай! Куда ты бьешь? А ты что делаешь? Матч идет. Я просчитываю стратегию и количество побед каждой команды. Зачем? Чтобы поставить ставку и выиграть. Стоп! Сыграем мужскую игру баскетбол. 22 парня в одном месте. Хочу быть полем, чтобы они меня топтали. Каждый раз, когда люди спрашивают у меня, чем я занимаюсь, я отвечаю, что я блогер. Однако я не уверен, что это слово в полной мере может передать все те чувства, которые я испытываю, создавая для вас новые истории. Ну как дела? Рассказывай у тебя. Да у меня все хорошо. Ты лучше расскажи, чем ты занимаешься. Я вот только с Гуа прилетел. Меня, кстати, водитель сюда привез в парк. Я бизнесмен. С деньгами работаю, понимаешь, да? Ну, круто. Кстати, там мороженка, может быть, купим? Да, конечно, пойдем. Классический. Приятного аппетита, хорошего дня вам. Я в машине забыл как кошелек, ты можешь заплатить? Здравствуйте. Ну, посмотрим, что у вас. Ага, хорошо, хорошо. Приподнимайте футболку. Что прям здесь? Девушка, мы в больнице находимся. Здесь все врачи, не стесняйтесь, давайте. Ага, ага, хорошо, так. Вот это сиськи. Ну что? Я вижу проблему. Доктор Ортонян, можно вас на секундочку? Вот это сисяндры. Что вы себе позволяете? Не беспокойтесь, мы обязательно поможем. Так, кто тут у нас на 12 часов к пластическому хирургу? Вы девушка? Да. Ну так пойдемте, что стоите.